субботний вечер, уважаемые телезрители и все любители баскетбола. Мы с вами в Москве, где уже через считанные минуты продолжится потрясающая полуфинальная серия Единой Лиги ВТБ между московским ЦСКА и питерским Зенитом. Такая агрессивная игра от Хекета и попытки затянуть Пангаса внутрь. Точно три, практически на исходе владения. Ой, какой хорошо. Потрясающий пас сейчас сделал Никита Курбанов. У нас пошла уже последняя минута первой четверти. 15-11. Клайберт как потрясающе поднял оппонента в воздух. И по спейсингу, и по таймингу армейцы сейчас сделали. И просто на заглядение нападение получилось. Снова Бэрон ошибается с передачей. Шенгелия! Видим, как эмоционально реагирует скамейка армейцев. Это то, что нужно. Ох, сложную атаку себе находит и Дмитрий. Какой красивый мяч забивает. 13 из 13 у ЦСКА и 8 из 13. Ой, как хорошо! Супер! Супер передача Йоханнеса Фокмана на Никиту Курбанова. И снова играет пик-н-ролл и Уилл Томпс. О-хо-хо! Да, этот пик-н-ролл снова работает и потрясающий полет Тарика Блэка. Пошел на кольца! Он чуть кольцо не оторвал сейчас войска ЦСКА. Это уже... Тренер берет на себя эти очки. Вот сейчас бросать пора. Фокман! В стиле Дирка Новицки. Немецкая школа баскетбола. Все-таки успел расстаться с мячом. Ой, какая закидка. Фокман сверху. Красота. Атака армейцев. Хиллиард. Шенгелию накрывают сзади. Это был Алекс Пойтрес. Все его скидки действительно... Очень такие умные, потрясающие. Вау! Клайберн разошелся, он просто в огне. Зенит в атаке. Потрясающий скидок на Пойтреса. Эндван! Пойтрес сегодня силен. Хиллер против Захарова. Один в один. Видели мы уже сегодня такие трехи от него. Степбэк еще одна. Да, ну что, нам остается только констатировать победу армейцев. 96-82.